Чем могу помочь? Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Наконец-то. Я им уже давно письмо написал. Элгрим этот, он штаны надеть забудет, если жена ему не поможет. Вот, держи. Передай Хафьерк. Пусть она сама назначит справедливую цену. Когда-то это была обычная железная шахта. Сколько лет уже работает? А прямо перед тем, как приползли пауки, мы там нашли кусок руды. Я такого никогда не видел. Я хочу знать, что это вообще такое, прежде чем выковыривать это из земли. Там пауки кишмя кишат. Чуть нас Грагмаром не сожрали, когда вылезли. Я боюсь, что скоро они проголодаются и вылезут из шахты. Вот тогда будет настоящая беда. Толку от них, как от пятого колеса в телеге. Что-то ляпнули про то, что высматривают вражеских солдат. И, мол, какой смысл им тут караулить, если от шахты никакого проку? Идиоты. Знаешь что? Сдержишь свое слово, и все, что я наскребу, все твое. Красная шахта получила свое название от красного тумана, который клубится внутри. К нему быстро привыкаешь. Пахнет, как горячие источники в тундре. Только непонятно, откуда он берется. Приперлись и стали тут жить. Буквально за ночь. Даже не представляя, откуда они вылезли. Пока никто не пострадал, и из шахты они не вылезают. Но кто знает, что будет дальше. Если шахта не заработает, городу крышка. Я не хочу быть повинным в твоей смерти. Противные надоеды, так ведь? Я тебя просто прошу иногда убирать за собой. Я не представляю, как ты умудряешься что-то найти на своей половине дома. Я лучше добуду больше железа в шахте, чем стану заниматься женской работой по дому. Это, наверное, та самая чудесная скайлинская погода, про которую все только и твердят. Все равно успеваю убираться. Значит так, да? Может, подкрепишь свою похвальбу парой септимов? Так и быть, поспорим. В красном чреве все было прекрасно, пока не появились эти чертовы пауки. Добыча железной руды требует немалых сил и особых инструментов. Только за последние полгода я сломал 5 или 6 кирок. Но теперь, когда у меня есть камнебой, я буду проходить сквозь породу, как нож сквозь масло. Процветание тебе и твоим детям. Работать в шахте тяжело, но мы хорошо платим за любую руку. Там повсюду этот растреклятый красный туман. Ни хрена не видно дальше вытянутой руки. Но если ты чуешь жилу нутром, как я, проблем не будет. Значит, долбим мы тут камень в самой глубине шахты, и вдруг, в один прекрасный день, эти твари тут повсюду. Я бы все зубы отдал, лишь бы этих дрянных паучар из шахты выгнать. Пусть дорога будет милостива к глупцам. Ты случайно не в сторону Черного Брода направляешься? Я, конечно, женщина, но камни дробить умею не хуже прочих. Береги себя, там можно попасть под обвал.
Там живут мои родители. Я обычно навещаю их, чтобы подарить что-нибудь, да и просто сказать привет. Но в последнее время не очень хорошо себя чувствую. Я тут написала несколько писем и сложила их в сумку. Тебе не трудно отнести ее им? Правда? Тогда я буду настаивать на том, чтобы вознаградить тебя за труды. Возьми эту сумку и отнеси ее моему отцу Вернеру. Он наверняка попросит тебя отнести что-нибудь обратно. Я несла еду рабочим в шахту и неудачно упала. Какое-то время было совсем плохо, но жрец Мары, шедший в Данстар, подлечил меня, насколько мог. До сих пор болит, и я не могу много ходить без отдыха. Путь до Черного Брода труден и опасен. Береги себя. Тебе не впервые отправляться в дальние путешествия. Путь до Черного Брода труден и опасен. Береги себя. Приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах. О, что это? Приветствую знатока магии. Наколдуй. Подлог Белая Грива сейчас в лучшем мире. Ибо нет мира особым. Я доверяю своему слугу.
Вот это будет. Кто там? Хорошо, что я доверяю. Да. Интересно, как теперь запоют талмарцы, когда с них сбили спесь. Противные надоеды, так? Все? Все до одного? Да быть того не может. Теперь мы снова откроем шахту. Камень Шора снова появится на карте. Пожалуйста, возьми это в знак нашей признательности. Не будь глупцом. Занят, но если тебе понадобится зелье или... Тебе удалось добраться до камня Шора? Спасибо. Я заставлю Элгрима заняться этим сразу же, как только у него появится... свободная минутка. Вот. Он тут сделал тебе кое-что в дорогу. Вспомни про нас, если нужны будут припасы в дорогу. Thank you.
ты еще... Куда? А ты еще откуда? Я в свое время тоже бродила по миру, потом осела, вышла замуж. Верно. Куда меня только не заносило. Это я обнаружила шахту, рядом с которой построили черный брод. Кстати, я на днях вышла развеяться, тряхнуть стариной. Заметила разбойника, который возвращался в свой лагерь. Хочешь поохотиться? Мой муж очень тревожится, так что я сама не могу пойти. Ах, себя вспоминаю. Приходи, когда закончишь, и я тебе покажу пару приемов. Бандиты-трусы. Не трать время, гоняясь за ними. Чаще бывать в городе? Нет,
Вокруг еще столько интересного. Наверное, нужно чаще с тобой ходить. Давай. Я по тебе скучаю. Здесь так светло. Не понимаю, как ты это переносишь? Мне нравится мне твои глаза. Я стараюсь думать, что выманиваю руду из камня. Водопады эти опасное место. Деркитус думал, что сможет поймать в омутах хорошую рыбу. После этого он пропал. Давно уже его не видно. Этой шахте всего-то несколько лет. Но я руду добываю уже больше века. Мы скоро дойдем до места, где туннели уже заходят глубоко в толщу скалы. Люди кашляют и жалуются на спертый воздух. Я с таким уже встречался. Нам нужны лекарства, чтобы бороться с рудной пылью. Я собирался попросить помощи в Винхельме. Спасибо. Отнеси это к Винту в белый флакон. Мне это повезло, что все мои друзья живы. Конечно, тут все время шастают солдаты. Угу. Привет! Никогда тебя раньше не видела. Ты тоже на шахте работаешь? Что теперь? Сондас заботится обо мне, когда мамы нет дома. Говорят, на ужин будет печеная рыба-убийца. Раньше Аннике помогала мне в шахте. Но сейчас ее что-то... Жаль, что дочка не смогла выбраться сама. Но, по крайней мере, она о нас помнит. Если тебя не затруднит, отнеси ей это от нас. Буду благодарен. Ладно. О, какие цвета! Я стараюсь думать, что выманиваю руду из камня. Добро пожаловать к камню. Похоже, он прислал мне полную сумку писем. Скорее бы до них добраться. Я ценю твою помощь. Вот, возьми это. Я настаиваю. Береги себя, странник. Звать меня Нильс. Я повар в очаге. Бедная Нильсен совершенно разбита. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Мастер слегка не сдержан, но я столь... О боги, черному броду нужны лекарства для шахтеров? Я немедленно займусь этим заказом. Вот несколько септимов для тебя. До встречи.
Кто там? Хорошо, что я доверяю тебе. Победа за тобой! Ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Стоило сюда приходить. Кто там? Ah!
женщине нельзя побыть наедине с собой. Оставь меня. Тебе здесь не рады. Последний тебе раз что-нибудь раз нужно? Убирайся. Что у тебя случилось? Дасторн опять сказки рассказывает? К северо-востоку отсюда есть удивительное дерево. Растет прямо из пещеры. Ты почти как я несколько лет назад. Давай-ка я поучу тебя носить легкую броню. Мне это всегда помогало в странстве. Теперь мне снова хочется отправиться в путь. Если ты собираешься уезжать из города, я бы с тобой прогулялась. Ладно.
многие отказываются разговаривать с нами. Называют нас ворами. Дорога утомляет. Я вот рада, он. Дом. Если тебе когда-нибудь понадобится в спутнике воин Каджит, для меня будет честью сопровождать тебя. А пока что, вот, это тебе, в знак признательности. Пусть дорога приведет тебя в теплый... Это... Наверное, та самая... Десная ска... Весьма уважаю.